Всем привет, дорогие друзья! Новое видео на канале Gadget Mania. Сегодня мы поговорим о том же, чем отличается и как выглядит Aquos S2 от компании Sharp в синем цвете и он же в черном. Давайте начинать. Поехали! Итак, дорогие мои, смотрите, слева синий, справа черный. В общем-то, я просто для чего снимаю это видео? Потому что перед тем, как приобрести себе данный смартфон в личное пользование, я хотел все-таки определиться, какой из трех цветов, доступных для покупки, самый для меня приемлемый. И тут так получилось, я начал искать эту информацию где? Ну, конечно же, на своем любимом YouTube. Зашел, посмотрел, у кого-то в темноте снято, у кого-то еще как-то, у кого-то вот так вот руки бегают в кадре, не понять. И решил, если я договорюсь, скажем так, и у меня получится отснять два смартфона, то этому видосу быть. Так вот, я договорился этому видосу быть. Мое устройство справа, оно черного цвета. Устройство, предоставленное, скажем так, на обзор, синего цвета. В чем же разница? Давайте я сразу поправлю себя в распаковке своего Aquos S2, когда сказал, что задняя крышка сделана из стекла. Нет, друзья, она сделана не из стекла, я оговорился, имея в виду модель на 6128, там она сделана из стекла. Более дорогостоящая модель. Здесь же у нас крышка поликарбонат или какой-то похоже на этот, соответственно, вещество, материал. Ну, попросту пластиковое. Есть способы снять этой крышки. Я надеюсь, что в скором будущем китайцы придумают нам на Алиэкспрессе какие-нибудь сменные модули крышек, и они будут легко меняться. Скорее всего, это все присосками отсоединяется. В общем-то, если что, гуглите информацию, скорее всего, найдете. И мне стало интересно, почему все так хвалят синий цвет. Синий цвет, он не совсем синий. Он синий, сине-фиолетовый. Почему мне так кажется? Ну, может быть, потому что я дальтоник, но мне так не кажется, что я дальтоник. Но это вот такая грань между, скажем так, пошлым синим цветом и достаточно. Был бы он чуть-чуть темнее, мне бы, наверное, он закатил больше. Хотя, на самом деле, я шучу. Синий цвет здесь прикольный. Они оба глянцевые, что черный, что синий. Но синенький, он как раз-таки... Ну, я бы не сказал, что он для женщин. И мужчине можно пользоваться синим цветом. Но именно в этой модели он сделан, скажем так, по-праздничному. Вы будете отличаться от всех, если у вас будет Sharp Aquos S2 с синим оттенком. При этом хочу отметить, из-за того, что задняя часть смартфона глянцевая, вы готовьтесь к тому, что, во-первых, она хорошо оставляет отпечатки пальцев. На синем цвете они остаются, скажем так, менее заметнее, чем на черном. Это первое. На синем цвете при бликах на солнце цвет немножко меняется. Меняется он, скажем, даже не меняется, он начинает играть... Ну, в общем, играть красками, если можно так выразиться. Я же хочу сказать следующее. Черный тоже у нас глянцевый, но черный почему-то у меня ассоциации на Jet Black. Вы знаете, да, что есть, придумали такой цвет, выпуская новый iPhone. По-моему, 7 Plus он назывался. Появился у нас цвет Jet Black. Собственно, что мы получаем вместе с другим окрасом? У нас полностью окрашивается в этот цвет рамка. Она сделана из металла, и это на 100% правильная информация, достоверная. Ободочек камеры у нас тоже в синем цвете. Все остальное у нас точно такое же, как и в черном. То есть у нас весь... Во всем модельном ряде у нас черный дисплей. Друзья, ну вы знаете, что дисплей выглядит следующим образом. Он практически безрамочный, со своей уникальной возможностью. И вы сейчас можете наблюдать, чем же все-таки отличается дисплей с рубленными краями от дисплея с нерубленными краями. Если сейчас вы сможете заметить разницу, справа установлено приложение, которое скругляет автоматически эти края, при этом настройка конкретно для этого смартфона, для этой модели смартфона. Слева у нас те рубленые края, верхний, правый и левый, которые нам предлагает непосредственно производитель. Давайте я чуть-чуть снижу яркость для того, чтобы вам было более заметно. Далее, наверное, это такой мини-предварительный обзор. Смартфоном черненьким я пользуюсь уже третий день. В принципе, полностью доволен. Уже провел какие-никакие тесты по производительности, по камере. Ну и
наверное, вот смотрите, просто наслаждайтесь вот этим видом, как действительно выглядит синий цвет. Так вот, синий, вот смотрите, ну, если сравнивать с цветом неба, синего неба, наверное, это близко к этому, может быть, чуточку темнее. Всем, кому я давал посмотреть именно расцветки черный или синий, все говорили черный. Ну, для мужчины черный, скорее всего. Ну, мне кажется, с одной стороны, иногда это предрассудки. Синий интересен. Если вы хотите действительно отличаться от большинства пользователей и от большинства владельцев смартфонов, выбирайте непосредственно синий цвет. Если вы поддерживаете строгий стиль, если вам нужно действительно садить какой-то, чтобы у вас был дресс-код, то ваш выбор это в сторону черного раскраса. Что касаемо самого телефона, давайте пока синенький у нас полежит в сторонке. Если вопросы у вас, точнее в распаковке, у вас были некие вопросы, сейчас я их постараюсь здесь вам озвучить. А напрягает ли этот вырез под камеру? Нет, не напрягает. Его начинаешь не замечать через несколько минут использования смартфона. Что делать с углами, которые так сделали по-убогому компания Sharp, точнее завод Foxconn? Ничего не делать, если предустанавливаете приложение, и у вас эти края автоматически закругляются. В приложении даже настроек нет, оно ничего практически не весит. Далее, удобно ли пользоваться одной рукой? Фишка этого смартфона как раз таки в том, что имея 5,5 диагональ дисплея, смартфон компактен так же, как, допустим, если бы это был 5 или 5,2. Фишка этого смартфона не безрамочность, для меня, по крайней мере. Фишка здесь потреблять контент с достаточно качественной матрицы. Она здесь на самом деле очень-очень неплоха, скажем так, и хороша за эти деньги. Почему я постоянно хвалю этот смартфон на протяжении уже второго видео? Ну, потому что те эмоции, которые ты испытываешь, смотря на этот экран, ту радость, ты, которую испытываешь, заплатив за этот смартфон 250-300, пускай, долларов, они заставляют радоваться, они заставляют, скажем так, восхвалять это устройство. Но, конечно же, все познается в сравнении. Надо попользоваться смартфоном неделю, две, три, месяц, полтора, и уже после этого, скажем так, ты четко будешь понимать, разочаровался ты или, наоборот, остался при своем положительном мнении. По поводу использования, я сразу же предустановил локальную, точнее глобальную прошивку, и есть видео на канале, как это сделать. И я сразу же накатил новый лаунчер и предустановил, просто достал с резервной копии, у меня всегда делается бэкап, и все приложенки у меня, вплоть до, как они расставлены на рабочих столах, автоматически сюда копируются. Что касаемо виджетов, они почему-то недопереведены, где ggg.d.mmm, это месяц, день и год. До сих пор даже в глобальной прошивке эти вещи не переведены. Что касаемо экрана и настроек экрана, у экрана много градаций. Если вы зайдете в экран, вы можете его настроить по цветовой температуре, стандартный либо динамичный, и он действительно отличается. Я пользуюсь стандартным. Почему стандартным? Ну, потому что мне этой яркости, этой насыщенности хватает. Также, если вы могли заметить, я убрал на экранные кнопки и использую многофункциональную кнопку, в которой сканер отпечатка пальцев, я использую непосредственно только ее. Плавное нажатие, медленное, это у нас запущенные программы. Одно нажатие, короткое, это у нас возврат на предыдущий, скажем так, на предыдущий шаг. И длинное, это у нас долгое нажатие, это у нас возврат на рабочий стол, на главный рабочий стол. Ну и, в принципе, наверное, на этом все. Касаемо таких вот прям вопросов, которые могут возникнуть, скажем так, острых и быстрых. Далее, по цвету. Также я хотел бы отметить, что, скорее всего, вы видите, да, что смартфон заляпывается, и вы столкнетесь вот с такой вот проблемкой. А именно, вы не сможете потом как-то царапины эти убрать, если вы не будете защищать смартфон. Я смартфон ношу пока что со стандартным чехлом, который шел в комплекте. Планирую установить либо защитные пленки, либо защитные стекла, которые непосредственно есть для этой модели телефона. На синем цвете все-таки, скорее всего, это будет заметно, ну, мне кажется, так в разы меньше. Ну, наверное, пожалуй, на этом все. Вот такое вот неспешное сравнение двух цветов Sharp Aquos S2 в синем и черном окрасе. Мне кажется, что я сказал более подробно, даже провел какой-то небольшой анализ нескольких дней использования смартфона. Выбирайте, друзья, синий или черный. Я свой выбор уже сделал.
Ну, в принципе, осталось его сделать только вам, если вы заглядываетесь на этот смартфон. Рекомендую ли его, я его к покупке? Ну, скорее всего, да. Я рекомендую его к покупке за $250-300, ну, до $270. Это идеальный вариант, если вы не хотите покупать Xiaomi или других производителей. Ну, а что покупать вам, решайте конкретно вы. Вам большое спасибо, что досмотрели до этого момента. Обязательно подписывайтесь на канал, дабы не пропустить новые интересные видосики. Заходите в нашу группу ВКонтакте, она есть в описании под этим видео. Там же вы найдете чат в Телеграме. Иногда скидываю туда интересные предложения во всех интернет-магазинах, что я могу найти. Ну и, собственно, нажимайте колокольчик и пишите в комментариях, что вы супергерой и досмотрели до этих слов. Совсем скоро увидимся. Всего доброго. Пока-пока.